пробежимся по комплектации. Начиная с самого начала. В заказе присутствует пакет комфорт, то есть это у нас багажники на крыльях, кармашки, там обшивка алюминия и всякое такое. Дальше. Окраска рамы, кабины и всего. Ну, в вашем случае рамы. Зеленый цвет. Зеленая, красивая, офигенная рама. Дальше обшивка рифленым алюминием пневмохода. То есть рифленый алюминий здесь, рифленый алюминий здесь, 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 здесь. Дальше. Рифленый алюминий здесь, рифленый алюминий здесь. Присутствует. Читаем дальше. Окраска алюминиевой обшивки в черный цвет. Собственно говоря, мы только что в этом убедились. Удлинение вездехода до 1750. Ну, вот он. Задница его с откидной калиткой. Калитка откидная есть, удлинение есть. Гидрообъемное рулевое управление. Можем видеть, все присутствует. Насос там, дозатор там, руль тут. Так, дальше. Вывод глушителя автомобильного типа. Сейчас поднимем. Глушитель присутствует. Так, рычаг КПП с тормозом вариатора, переключение, в общем, на передней раме. Присутствует. Гидравлический стояночный тормоз. Гидравлический стояночный тормоз на манер КАМАЗ. Присутствует. Так, установка ручного газа. Вот она, вот красная вот эта штуковина тоже присутствует. Работает, все проверили. Так, сигнал звуковой. А-ля Волга дудки. Дудит хорошо. Присутствует. Так, шумоизоляция моторного щита. В общем, и все коробушки, которые над двигателем. Ну, там вот с плена вот заклеено все так красивенько. То есть оно присутствует. И не только там, еще и задняя крышка там заклеена. Ну, потом уже при получении посмотрите. Амортизация сидения водителя. Пожалуйста, присутствует. Так, две светодиодные фары. Вот они. Так, мягкое быстросъемное переставное центральное сидение в заднюю раму. Оно присутствует, но так как вездеход живет на улице, мы его не ставим. Мы его вам подгрузим вместе с вездеходом. Ну вот крепления, они есть вот под сиденье. Задний. Так, установка морозостойка без прокладки бензокраника. А прокладка установлена. Вот ваша родная прокладочка в пакетике от Honda лежит. То есть она есть там. Так. Дальше установка блока электроуправления и вилок, лебедки. Так, вилочки сзади. Так, идем. Так, идем. Вилочки спереди. Ну и, собственно говоря, сам блок. Вот он. Блок с предохранителем. Все, в общем, как и должно. Вот сам пульт вот. Да, пультик от него дистанционное управление. Вот. А пультик стационарный. Патроном покажи. Вот. Стационарный пульт. Двигатель Лифан КР500. 21 лошадь, но уже 22. Так что бонусом будет вам еще одна лошадь. Так. Двигатель со стартером 18 ампер. Да, все как полагается. В общем, едет неплохо. Если сеточки из глушителя вынете, еще и звучать будет отчетом. Так, там еще шины, да? Так, установка шин прикол 1300 на 600, пожалуйста. Ну, настоящий шины прикол. Да, дальше. Ну, там диски, все как полагается, все здесь есть. Передний и задний мост классика с усиленными утолщенными полосями, с блокировками. Ну, то есть... Так, верьте на слово, но можем максимально вам все показать. Ну, то есть мосты базовские. Да. Покажи вам с этой стороны. То есть очень хорошую, красивую надпись Valracing. Это есть... усиленная полуось. Да. Это фирма, которая нам поставляет усиленные полуоси. Так что у вас все есть, все прекрасно. Запчасти дальше.